В этом году пограничным войскам Российской Федерации исполняется 101 год со дня их образования. На митинг, посвященный этой дате, в парк культуры и отдыха собрались действующие сотрудники пограничных войск, ветераны, их семьи и друзья. Поздравить пограничников пришли официальные гости праздника. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем пограничника. Желаю вам спокойного горизонта, мирных границ, терпения и мужества, крепкого здоровья вам и вашим родным и близким. С праздником! С Днем пограничника! За достигнутые положительные результаты оперативной деятельности, проявленный профессионализм при выполнении служебного долга, за внесенный вклад в дело охраны государственной границы были награждены лучшие сотрудники пограничных войск. Благодаря этим ребятам в зеленых фуражках через границу не могут проникнуть ни нарушители, ни контрабандисты, ни преступники. И наша жизнь, жизнь мирных граждан протекает спокойно и в привычном ритме. Хочу вам пожелать службы, причем службы, успехов в службе, причем службы нелегкой. Она, пограничная служба, никогда не была легкой. А ветеранам здоровья. Ныне действующие пограничники опыт и профессионализм перенимали у славных ветеранов, чьи заслуги перед Родиной также в этот день были отмечены. Барабанщиков Александр Николаевич. Разрешите в этот день поздравить вас с этим праздником, пожелать вам чистого неба, здоровья, добра, успешной службы и всего самого доброго и самого хорошего. Безусловно, пограничникам спокойнее нести службу, если их тыл защищен семьей, женой и детьми, на долю которых порой выпадает сложная жизнь. Бушует ликование народное, все чествуют хранителей границ. Вы из такого удивительного сплава, в котором чуткость с мужеством сплелись. Мы от души вас всех хотим поздравить, кто пограничником зовется, извались. Здесь сплетение сложнейших вопросов, перестрелки, засады, погони, кровь и пот, и, конечно же, гордость за зеленого цвета погоны. Здесь свои времена и законы, потому заступая в наряд, пограничники все непреклонны, от границы ни шагу назад. Тропинки лесные, пахучие травы, за темным оврагом простор полевой, вечерней порой в дозор от заставы идет пограничник страны часовой. Отчизна дала свой наказ часовому: смотри, чтобы прочной была тишина, он полностью счищая. Народу родному всем сердцем желает спокойного сна. Корабли, КПП и заставы, и ребята, что службу несли, и несут по традициям славы на окраинах русской земли. Поздравляем всех тех, кто почетно службу нес. Мы благодарим вас за вашу службу, мы за вас молимся и желаем, чтобы у вас не было боевых наград. Чтобы были награды за отличную службу, дай Бог, чтобы не было войны, чтобы все знали, что мы сильные, мудрые, и нечего с нами воевать, лучше с нами дружить. Много и благолета ныне живущим, и Царствие Небесное вечно покой тем, кто уже на небесах. Храни Господь, с праздником! Службу на границе каждый день сопутствует повышенная ответственность и риск. В память о пограничниках, погибших при исполнении служебного долга и не доживших до этого дня, прозвучала минута молчания. А к братской могиле возложили венок и цветы. Несмотря на то, что время меняется, а задачи, стоящие перед пограничниками, остаются прежними, это надежно охранять границу. И с этой задачей может справиться далеко не каждый. Это верные товарищи, на которых можно опереться, и которые в трудную минуту всегда помогут и выручат. Они удерживают на себе натиск всяких диверсантов, и ну, наш город просто живет и здравствует только благодаря этим мужественным людям. Ну, это не во всех так получается. Конечно, там люди другого склада. Там ответственность. Это не то, что в советской армии. Там ответственность друг за друга. Ты идешь на службу с боевыми патронами, друг за друга отвечаешь, плечо друга, так что... Хотелось бы поздравить ребят, которые в настоящий момент несут такую важную миссию на себе. Дорогие братья, в основном здоровья,
счастья вашим семьям, всего-всего самого наилучшего. И благодарность за верность погранвойскам. Бывших пограничников не бывает.